Вот запись пошла. Купил новый табак. Решил попробовать его покурить. В этой самой. Ну, в хохлядской трубке. Достаточно крепкий, сволочь. Ух, наверное, один из самых крепких, который я выкуривал. Ну, забил я его по самые не балуй. С таким табаком бухать не надо. Пару раз затянулся и все, пиздец, тебя накрыло. Да. Как говорит наш президент, жесточайше. Но есть чаек волшебный. Собственного приготовления. Кирилл, это видео я снимаю specially for you, скину тебе потом, вот, спасибо за картинку, вот эту вот, и вот она, вот она, и... очень украсила мой интерьер. Потухло. Пока я тут опять сидел. Ну и все. Ну сейчас. Продолжим. Прикольные, конечно, став. Из этого стафа самое дешевое, то что я покупаю, это спички. Спички производятся в Борисове, конечно же. Там, где и бобры, там и спичка. Еще можно посредством зажимания вот они полетели контролировать тягу.
Ну, пожалуй, на этом съемка заканчивается. 5 минут. 5 минут. Вот, остальное я докурю уже в гордом одиночестве. Thank you.